«Спорт – посол мира». Под таким девизом проводится международная премия «Золотой мангуст». Уже в 9-й раз в торжественной церемонии принимают участие делегации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Турции, Кыргызстана, Израиля, Армении, Грузии и многих других стран. Все началось с спортивного клуба. Клубу уже 15 лет. Первые годы создания клуба мы видели, что есть очень много проблем в спорте. Решили создать премию для популяризации спорта, для развития спорта. Были лауреаты премии как ветераны спорта, бывшие олимпийские чемпионы 72-го года, 68-го, 84-го. Также и молодые спортсмены, которые достигли таких высот, и также чемпионы мира, Европы. Сама номинация для чего была сделана? Чтобы как-то простимулировать спортсменов, что, к сожалению, государство их обделяет и такое должное внимание не отдает. Ордена изготовлены из золота с вставками из горячей эмали, а также статуэтки, которые изготовлены из серебра, покрытые золотом, на камне-змеевике. Два вида наград есть у нас для победителя. Учредили премию для возрождения спортивного духа, признания лучших спортсменов и вклада в развитие спорта ветеранов, меценатов и общественных деятелей. В этом году статуэтки получили мастера спорта по тхэквондо сестры Моисеенко, победитель чемпионата Китая по ММА Раул Туталаури, чемпион Европы и мира по дзюдо Зелим Кацоев и чемпион мира по пляжной борьбе Семен Радулов. В Турции он представлял клуб «Мангуст». Все благодаря клубу «Мангуст», что они собрали команду, спасибо им, что они организовали это. Там старший тренер Андрей Ещенко, он собрал команду, мы подготовились, мы поехали, мы проявили себя. Спортивный клуб «Мангуст» тесно сотрудничает с Одесской юракадемией и Международным гуманитарным университетом. Большинство спортсменов клуба являются студентами этих вузов. Только за последнее время они принесли более 20 медалей «Мангусту» на престижных международных соревнованиях. Знаком почета Национального университета Одесская юридическая академия Магомеда Магдиева наградил Сергей Кивалов. Центр спортивной борьбы и центр спортивных единоборств в юридической академии нам предоставлен прекрасный комплекс, благодаря которому мы имеем возможность бесплатно тренировать детей, юношей, студентов. Огромное вам спасибо, Сергей Васильевич. Спасибо. Браво, большое аплодисменты, дорогие друзья. У нас работают лучшие тренера, в этом вы можете убедиться, так что просим нам на тренировки. Мы имеем хорошую материальную спортивную базу, и мы с ними сотрудничаем, только с ними, потому что они профессионалы своего дела. Вот мы запускаем их, они работают вместе со студентами, мы всячески поддерживаем, привлекаем молодежь, привлекаем школьников 10-11 классов, они тоже принимают участие. И я всячески поддерживал и буду поддерживать развитие молодежного спорта, и профессионального спорта, и любительского спорта. То, что сегодня, к великому сожалению, правительство практически никак не поддерживает спорт, это плохо. Но есть такие организации, которые взяли на себя эту функцию. И вот «Мангуст» относится к такой категории организаций, которые искренне это делает. И мы видим результаты. Ордена получили Николай Буценко, Надия Дусанова, Дмитрий Баранов, капитан сборной по Invictus Games Александр Писаренко и лучший боксер чемпионата мира и Европы Александр Хижняк. Завдяки спорту, завдяки тому, що сьогодні відбувалося в цьому залі, будують нові спортивні майданчики, нові тренувальні зали в навчальних закладах, в вищих навчальних закладах. Це не може не радувати, тому що дійсно масштабність цього свята і масштабність тих людей, які сьогодні перебували зі мною, які нагороджували мене, яких також нагороджували, була надзвичайно вражаюча. Тих спортсменів, особливо, які коли-то давали великий результат і відстоювали честь країни, нашей страны Украины, разных стран, их не забывают и их поощряют. Так же самому молодому поколению, которым вручаются тоже награды, это тоже подспорье, есть к чему стремиться, но это как спортивный Оскар. Впечатляющей была и шоу-программа. На сцене выступали известные артисты Джипси Кингс, Роман Руссу, Юрий Гадо, шоу-балет «Форсайт» и Мила Нитич. Я очень рада, что меня вообще сюда сегодня пригласили, что я сегодня могу здесь петь для этих замечательных людей, потому что я считаю, что спорт, он объединяет всех нас. И как на сцене, так и на ринге мы становимся все равными.
Золотой мангуст – награда, которая служит мотивацией для новых достижений и помогает спортсменам добиваться новых вершин. Дмитрий Богомолов, Денис Руть, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».